Меня зовут Жигалин Николай, и я уже 7 лет живу в Портленде, и мне очень нравится этот город. Я работаю сейчас доставщиком еды в Грабхабе и очень много передвигаюсь по городу и за его пределами. В конец любого рабочего дня, то есть вечером любого рабочего дня, вы наблюдаете, что пробка, в общем-то, располагается от Ванкувера до Вудбурна, или наоборот, от Вудбурна до Ванкувера. То есть это, ну, это неприемлемо. То есть сейчас по современным меркам это неприемлемо. И уже это было неприемлемо и 40 лет назад, и поэтому в 83-м году построили 205-ю и 405-ю дорогу, да, в обход. Она, если посмотреть по карте, это обводная дорога, окружная вокруг Портленда. Ну и она сейчас забита транспортом точно так же, как и I-5. И это, конечно, большая проблема, потому что люди все-таки в наше время очень сильно экономят собственное время, которого всегда не хватает. И, соответственно, возникает вопрос, что делать? Надо либо расширять пятерку или обе дороги, либо строить какую-то третью дорогу, что повлечет безумные затраты, мы все это понимаем. То есть это тоже не панацея расширения дорог. Панацея – это правильный подход к регулированию трафика, к регулированию не светофорами, а к регулированию то, как вы поощряете людей ехать там или там, и таким образом разгружаете улицы. И выход тогда для всех, результат он для всех работает. Даже для тех, у кого нет автомобиля и кто передвигается пешком или на общественном транспорте. Для них это тоже очень полезно.